на водопроводе, прорыв трубы под землей. Поиск места протечки с помощью обычного экскаватора занимает не менее одного дня, потому что требуется вырыть не одну яму, а несколько, или копать в разных местах. Световид легко справляется с этой работой. Практически не сходя с места, в течение 1-2 часов вырыет яму любой длины, обкопает трубу и поможет определить течь. На трубопроводах, обустройство нефтегазовых месторождений, работы на строительстве и обслуживании инфраструктуры нефтегазовых месторождений, обустройство и обслуживание подъездных путей и территорий, прилегающих к буровым установкам, работы при строительстве трубопроводных коммуникаций. Экскаваторы «Световид» успешно зарекомендовали себя в дорожно-, мосто- и тоннелестроительных работах. Экскавация грунта. Работы при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог. Планирование откосов. Подача грунта на откос земельного полотна в местах образования промоин. Снятие, замена и ремонт растительного слоя грунта. Устройство на откосах водоотводных сооружений. Отделка конусов в мостостроении. Погрузка-разгрузка сыпучих материалов. В сфере ЖКХ экскаватором «Световид» находит широкое применение. Ремонтные работы по обслуживанию коммунальных сетей, ликвидация последствий аварий коммунальных сетей, ремонт и обслуживание других городских коммуникаций, рытье траншей для прокладки коммуникационных труб, экскавационные работы на ограниченном пространстве в городских условиях, обслуживание плотин, дамб, мостов, покрытий и прочих коммуникационных систем на воде, спасательные работы в случае природных и техногенных катастроф, разрушение зданий и сооружений. Используются экскаваторы «Световид» и в общегражданском строительстве. Рытье котлованов под строительство домов или гаражей, планировки строительных площадок, котлованов, погрузки и разгрузки сыпучих строительных материалов, планирование участков в кварталах индивидуальной застройки, разрушение функциональные, надежные машины, которые автономно справляются с несколькими задачами одновременно. Благодаря высокой проходимости и маневренности машина способна свободно двигаться на тесных городских улицах, работать на ограниченном пространстве и в труднодоступных местах. Полноповоротный ковш позволяет ювелирно проводить подкапывание под трубами, зачистку вертикальных стенок котлована, отделку боковых поверхностей насыпи. Телескопическая стрела дотянется до объекта работ, даже если он находится за препятствием в радиусе 10 метров, а также поможет экскаватору вытолкнуть или подтянуть себя, если шасси забуксует. Шасси для экскаватора-планировщика «Световид» можно подобрать любые – КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, КРАС, МАН с колесной формулой 6х4 или 6х6. Возможно также установка на шасси заказчика. Высокая работоспособность, маневренность.
Come on. You got a hot pot, come on. You got the robot for this there. This there.